Юные муравленковцы проводят летние каникулы весело и с пользой. Больше 2 недель 300 ребят посещают летние пришкольные лагеря, организованные на базе 5-й школы и прогимназии «Эврика». И каждый день новые впечатления, незабываемые встречи и события. В летнем пришкольном лагере «Яралаш», что на базе 5-й школы, точно не соскучишься. Что не день, то новое событие. Вот и сегодня с утра ребята активно и с пользой проводят время. В гости к мальчишкам и девчонкам пришли сотрудники Центра социального обслуживания населения. Они представили свой грантовый проект «Аркадий Паровозов». А почему нельзя гулять на проезжей части? А почему дети играют в мяч и плачут? А почему солнце светит ярко? А почему? Проект помогает детям научиться основам безопасности в современном мире. О важном и серьезном ребятам рассказывают в игровой форме. Сама лекция, она воспринимается очень скучно, поэтому мы решили это сделать в театрализованной постановке с помощью игр, станций, на которых мы даем задания, на которых мы рассказываем, что можно делать, чего нельзя. Вот уже 2 года мы реализовываем этот проект, он у нас все еще действующий. Детки очень заинтересованы, им очень интересно, на многие вопросы они без проблем отвечают. И так все дни расписаны буквально по минутам. Смена тематическая – секреты лагерного королевства. Занятие по душе найдет каждый ребенок. Игры, конкурсы, развлечения, оздоровительные мероприятия. Ребята активно проводят время и вне лагеря благодаря сетевому проекту «Про каникулы». Поверьте, на самом деле некогда даже присесть нашим ребятам. И замечательно, когда они приходят с событий и мероприятий, там с Лиры, с музея, с центра интеллектуального развития, с центра патриотического воспитания, когда они говорят, мы просто устали, да, то это, наверное, результат, потому что некогда заниматься вот какими-то ненужными делами и вещами. Часть воспитанников пришкольного лагеря проходит оздоровление в отделении медицинской реабилитации, а многие посещают бассейн и, наконец, исполнили свою давнюю мечту – научились плавать. Ребята признаются, для них каждый день яркий и красочный, даже если за окном дождь. Для меня лагерь – это новые знакомства и новая дружба. Это новый коллектив, с которым мы сдружились уже с первого дня. Нам очень нравится проводить вместе время на каких-то мероприятиях, которые у нас проводятся каждый день. Это гораздо лучше, чем сидеть дома. Тут много веселья всякого, конкурсы очень интересные. Мы ходим всякие мероприятия, мы гуляем, утром делаем зарядку. У нас вожатая очень добрая, я такая хорошая, и мне каждый день хочется с добрым настроением идти в лагерь. Действительно, наставники не дают ребятам скучать ни минуты. Даниэла Мериуца работает вожатой, знает, как подобрать нужный ключик к сердцу каждого ребенка. Даниэла – выпускница 5-й школы, сейчас студентка, учится на 3-м курсе педагогического университета в Петербурге. Я такой будущий преподаватель начальных классов, а именно английский язык буду преподавать. И это хорошая практика, которая мне дает такую возможность, как непосредственно работать с детьми, именно увидеть, что это такое, как это все пощупать, поговорить, потому что теория – это одно, а практика – это совершенно другое. В лагере «Эврика» тоже сделано все, чтобы отдых был интересным и запоминающимся. Вся смена – сплошное космическое приключение. За 2 недели ребята здорово преуспели. Отряды, они же экипажи, имеют свои названия и девизы. Наш девиз! Мальчишки и девчонки постоянно в движении. Одно мероприятие сменяется другим. Интеллектуальные игры, спортивные соревнования, конкурсы, викторины, разминки. Плюс активное участие в проканикулах. А главное – такой активный отдых каждому по душе. На самом деле здесь очень хорошо. Здесь можно провести время с пользой, можно поиграть, вот можно рисовать. В лагере прекрасно, тут очень много свободного времени. Можешь провести его с друзьями, можешь пойти погулять. Каждый день мы занимаемся чем-то интересным. Я получаю тут разные интересные, полезные информации о космосе. И еще мы тут каждое утро делаем танцевальную зарядку. Это очень интересно и весело. До конца смены еще почти 2 недели. Ребята признаются, эта смена уже для каждого из них яркая и незабываемая. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.